Друзья, здравствуйте! Мы вновь в компании «Кедр-Пром», той компании, которая находится в Новосибирске и делает шикарные бани, бани-бочки и стационарные бани из кедра. И сегодня мы представляем вам малышку, домашнюю сауну. Александр, здравствуйте! Расскажите, что же за чудесное устройство? Это мини-сауна, которую можно поставить дома, в квартире, на балконе, в коридоре, в ванной комнате, в подвале. Она занимает, как мы видим, там метр с небольшим на метр с небольшим. Можно вдвоем посидеть, погреться. Она состоит из 5 щитов, то есть передняя стенка, боковые и верхний щит. Каменка работает от 220 вольт. То есть в обычную бытовую сеть без проблем можно включить? Да, через автомат. Поставить можно печку любого производителя. В данном случае здесь Харвия. С родины сауны. Да. Мы ставим наши печи красноярские Зота, ставим наши новосибирские ТМФ. Все отлично себя ведут. Финны, конечно, не рекомендуют лить водичку на каменки своей. То есть стены открытые, все-таки быстро из строя могут выйти. Но мы же любим все-таки, чтобы и полегче все-таки с водичкой, да, поэтому немножко водичкой можно разбавлять и получать хороший комфортный пар. Ну, то есть печи, электрокаменки, они создают температуру, если у них стоит ограничение, как в Харви, около 80 градусов. Если хотите сбить температуру и повысить влажность, немножко добавили воды, получили легкий пар и уже комфортно сидите, прогреваетесь. Да. Что еще не сказал? А мы не сказали с вами, сколько стоит эта сауна. И цену мы вам озвучивать не будем, потому что, друзья, сразу могу сказать, что это шикарный подарок как для второй половинки, так и для лучшего друга от компании «Друзей» по стоимости ниже стоимости последнего айфона. Вот так. Да, такая сауна стоит в районе 100 тысяч плюс-минус. Отличный, как вы заметили, подарок другу. То есть можно и скинуться, да, подарить и себе, любимому. Опять же. Такую же поставить, да. Вот, коротать холодные вечера. Да, отличный подарок. Итак, друзья, компания «Кедр-Пром» из Новосибирска изготавливает не только огромные бани из кругляка, не только классные бани-бочки, ну и вот такие вот изящные небольшие сауны, которые вы можете установить у себя в квартире. Итак, друзья, ссылку на канал компании «Кедр-Пром» мы дадим в описании. Там есть интересные ролики, которые посвящены строительству бань. Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Счастливо!